В начале ноября текущего года состоялось очередное мероприятие Ассоциации КСК «Люди и лошади» – открытая профессиональная дискуссия «Коннозаводство и конный спорт в России». Коннозаводство – катализатор развития конного спорта и улучшения результатов спортсменов, однако на данный момент в России существует ряд препятствий, которые не позволяют эффективно использовать имеющиеся ресурсы и выстраивать коммуникацию между заводчиками лошадей и спортсменами таким образом, чтобы создать конкурентоспособную спортивную лошадь. Поэтому эксперты в сфере конного спорта и коннозаводства собрались вместе на площадке Ассоциации КСК «Люди и лошади», чтобы обсудить вопросы, от решения которых зависит, каким будет будущее российского конного спорта. В мероприятии приняли участие члены Ассоциации КСК, заводчики лошадей, зоотехники, представители Московского конного завода номер 1, конного завода «Шаэль», и конноспортивных клубов, в том числе Карцево, Русский Алмаз, Продар, Форсайт, Хартли Хорсхаус. Специалисты обсудили такие аспекты, как позиционирование российских коннозаводчиков, нормативно-правовая база, профильное образование, мировые тенденции и тренды конноспортивного рынка, текущие позиции и пути развития российского коннозаводства. Дискуссия получилась живой, насыщенной и плодотворной. По итогам дискуссии были приняты следующие решения. Провести аукцион лошадей спортивных пород осенью 2023 года. Поручить рабочей группе в составе Наталья Орлова, Марина Политова, Вита Козлова, Андрей Хартли, Анатолий Исачкин, Юрий Прохоров подготовить предложение к следующей сессии, которая состоится 21 января 2023 года, а также составить техническое задание на разработку онлайн-платформы аукциона, сформировать проект правил подготовки и проведения аукциона, рекомендовать к применению немецкую систему определения уровней подготовки всадников в рамках соревнований, проводящихся КСК членами ассоциации, проработать вопрос создания образовательного раздела на сайте ассоциации, провести 21 января 2023 года сессию по темам прогнозы футурологов, ближайшее будущее конного спорта, русская верховая порода, перспективы развития, оспорт и бизнес, современные реалии конного спорта. И, пожалуй, главное, разместить для общественного обсуждения основные тезисы проекта федерального закона о спортивной лошади на ресурсах ассоциации. Ассоциация КСК «Люди и лошади» благодарит всех специалистов, которые приняли участие в мероприятии и поделились своими идеями и мнениями. Мы уверены, что вместе мы найдем верный путь развития коннозаводства и конного спорта в России и сделаем все для развития нашего вида спорта.